Всем добрый день. Сегодня у меня в работе труба. Так, сейчас размер скажу. 108 на 17. Мне нужно будет в этой трубе расточить два отверстия. И эту работу нужно выполнять люнете. Но так как диаметр трубы, она не всегда цилиндричная и ровная, мне необходимо вначале проточить две шейки под ролики люнета, а потом уже приступать непосредственно к растачиванию. Общая длина трубы 700 миллиметров. Грибка большого нету, поэтому приходится использовать то, что есть под рукой. Подровняю. Я думаю, что ничего страшного, для того, чтобы проточить шейку, этого будет достаточно. Но не знаю, может, все-таки пластину туда взять с этим двойным грибком. Сейчас посмотрю. У меня же ролик есть. У меня есть вот такой вот ролик, который мне поможет выровнять трубу без подстукивания. Достаточно. Этот он отдельный, насадка грибковая, поэтому он так болтыхается. Так, от торца 10 миллиметров. И 15 миллиметров для ролика. Шейка. Мне главное, чтобы поверхность была чистая. И все. Спасибо.
положу вам. Да, конечно, пригодится. Что, вам не надо? Не просто блин, надо 160. Хороший блинчик. Так, теперь такое же расстояние нужно будет проточить у кулачков. Но единственное, что возможно мне... Не, нормально. Ага. Так. Шестьдесят пять. И диаметр 107. Диаметр тоже желательно одинаковый, чтобы не морочиться с перестройкой люнета. Че, Андрюх? Получается. А? Получается. Да я откуда знаю? Так, все готово. Так, это мне все больше не понадобится. Ну, это труба на... Короче, как он, подожди. Крана Косина. Эх, блин. Визуально подвожу. И посмотрим. Ну, все вроде хорошо. Если деталь маленечко перекосит, то она начинает ползти из патрона. Это самая каверзная штука, которая может быть при работе с люнетом. Сейчас торец выравнивал. И у меня есть прекрасная возможность испытать новый держатель вместе с расточной державкой с пластинами механического крепления. То есть все нормально работает.
Частота обработки, вибрации нет. Но вылет, правда, небольшой, но как бы то ни было. Державка нормально себя ведет. Подачу больше не могу дать, идет вибрация. Сейчас не забываем о том, что это люнет. Стружка, конечно, да. Стружка опасна. Частота обработки прямо приятно радует. Конструктор заказал размер десятка в плюсе подшипник. Аргументировав это тем, что здесь полного вращения нету, то есть это поворотная часть. Туда полоборота, туда оборот, полоборота. Поэтому на меня не орите, что я прослабил посадку. Делаю, как сказали. Ну все, с люнетом работа завершена. Трубу в сторону, люнет в сторону. И буду продолжать заниматься следующими деталями, вот как раз для крана у Косина. К расточной державке претензий никаких не имею. И, конечно же, ее нужно тестировать дальше, смотреть, как она себя поведет при растачивании отверстий с большим вылетом, то есть длиной отверстия больше, чем здесь 28 миллиметров. Ну, я думаю, что все нормально будет. Все, всем спасибо. Будут вопросы, задавайте, постараюсь ответить.